Так, у меня начал гудеть вентилятор у вебаста. Решил я разобрать, посмотреть, что там мотор, втулка, втулки, подшипники. Для этого берем канцелярские ножи вот такие вот, аккуратненько засовываем под вентилятор и начинаем обычным бытовым домашним феном прогревать крыльчатку. Потихонечку будет возрастать, скажем так, напряжение в районе вала. И по мере прогрева крыльчатка будет сниматься. У меня вот уже где-то миллиметра на 3, на 4 крыльчатка сошла. Изначально я вот сюда еле-еле мог засунуть нож. Сейчас же вот он со свистом проходит. Снимаем дальше. Вот таким образом это примерно выглядит. Пока использовано 4 ножа. Сейчас буду искать еще. По мере снятия с вала самого лопастей. Вот мы хорошо видим уже заподлицо. А вал выступал. Я беру карточки. Такие вот пластиковые от симок подкладываю. И периодически подогреваем феном. Потихоньку, не спеша, крыльчатка с вала сходит. Уже видите, какой зазор. Продолжаем. Спустя некоторое время крыльчатка снята. Тут вот такие винты. Сейчас будем разбирать дальше. Крутили нашему взору вот такая вот картина. Представила. Все в какой-то муте. Такое все грязное. Ну, мотор живой, но будем сейчас разбирать дальше. Открутил последние 3 винтика. Теперь запоминаем, как у нас стоял вентилятор. Точнее, моторчик. Можно сделать какую-то отметку. Собственно, вот и все, из чего состоит воздушный нагнетатель. Корпус, вторая часть корпуса, моторчик, резиновая прокладка, прокладка под крышку и вентилятор. Сейчас разберем моторчик, посмотрим, что там с подшипниками. Ну, я думаю, смазать их будет достаточно. Ну, надеюсь, по крайней мере. Вот такие у нас грязные части. Сейчас мы их будем отмывать. Вот мы и отмыли. Прокладочка тут идет резиновая. Эту можно не менять. Конечно, лучше бы новую было, но у меня нет новых. Вот это вторая часть. Тут вот алюминий начинает окисляться. Я его вымыл, вычистил, насколько смог. Главное, вот это вот посадочные места здесь, здесь. А вообще где-то этот нагнетатель стоял так, что попадало, видимо, много влаги, и довольно сильно он окисли в некоторых местах. Но в принципе нам это особо роли не играет. Соберем двигатель. Это вот так вот потом сверху будет. Прибавим 4 усика в нижней части. Аккуратно извлекаем щеткодержатель. Самого двигателя. Нижняя часть. В принципе, ее можно было не трогать. Ну, тут 4 усика держит. Но так как я не знал, как он устроен, я того отогнул. Внутри 2 магнита. Пружинка, подпирающая магниты. Втулка. Внизу подшипника нет. Вот это вот нижняя часть. Вот это вот корпус. Часть корпуса. И он же щеткодержатель. Две пластинки. Точнее, 2 контакта, которые корпус касаются. Вот здесь вот раз щетка.
И где-то вторая. Вот вторая. Две щетки. По моим наблюдением, так фокусируйся. Мне кажется, что там где-то половина щеток еще есть. Около 50%. Щетки я трогать не буду пока. Подшипник вот здесь. Он не болтается, но он сухой. Нужно подумать, как сейчас его смазать будет. После того, как смажем, почистим, все это собираем в обратном порядке. Если нужно заменить подшипник, рекомендую сразу замерить, насколько вал выступает здесь от корпуса, чтобы потом, когда будем усаживать подшипник, попало на то же место. Я так понял, там стопора нет. Размер подшипника еще не знаю, сейчас будем пытаться либо искать, либо мастерить съемник. Бить тут ничего нельзя. Аккуратненько нужно все это мини-прессиком каким-нибудь выдавливать. Сняли мы вот эту часть, обойму подшипника. Не обойму, точнее, где наружная обойма подшипника стоит. Вот сам подшипник. Ну, на видео не видно, так напишу номер. Подшипник крутится очень туго. Будет меняться. Так, для замены подшипника для начала необходимо нам замерить расстояние, насколько вал выступает. Затем снимаем вот эту вот крышку. Вот он наш подшипник. Потом на скорую руку я сделал вот такой вот неаккуратный съемничек. Но, в принципе, внешний вид, его роль сильно нам не важна. Мы берем, надеваем съемничек вот таким вот образом. Крутим болтик, подшипник снимается. Вот таким вот образом, аккуратненько, ничего не стучим. В общем, продолжаем дальше крутить. Вот подшипник практически снят. Готово. И щеточный узел. Щеточки еще живые. Трогать тут я ничего не буду. Следующим этапом берем новый подшипник и насаживаем на вал. Новый подшипник. Теперь необходимо его для начала установить в крышку. Посадочное место. Установить пыльник. Сейчас мы его немножко подровняем. А затем уже напрессовать на вал. Пыльник уже в крышке. Следующим этапом пыльничек. Здесь вот есть посадочное специальное место под него. Оп. Но от руки он не сядет нормально. Сейчас задавим. Сейчас пошел. Не забываем щеткодержатель поставить. И еще нюанс. Многие упирают крышкой при задавливании вала. Но это неправильно. Необходимо упираться тоненькой трубочкой во внутреннюю обойму подшипника. Тогда подшипник при запрессовке никак не пострадает. Продолжаем. Чтобы нормально запрессовать подшипник, изготавливаю вот такую вот приспособу. Будет давить, ну, вот с этой стороны. Вал проходит и будет давить только на внутреннюю обойму подшипника. Таким вот образом. Так, батарейка села. Вот таким образом происходит запрессовка. Тиски, упор. И вперед. Вот и все. Подшипник напрессован. Мотор готов к сборке. Устанавливаем мотор. И собираем в общем корпус. Все, корпус собран. Теперь остается установить крыльчатку. И купить или изготовить сюда прокладку.
Ну вот, крольчатка установлена. Надеваем резинку, крышку и идем проверять. Я вот уже даже иголочки приготовил. Вот у меня блок питания из компьютерного переделан. 12 вольт. Все дует. Не свистит, не заедает.